Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал Джулия, и сегодня я буду готовить курочку. Но буду готовить не, опять же, необычно. Мое блюдо называется курочка на коне с грузом внутри. А конем у меня будет служить литровая банка, а грузом у меня будет служить картофель. Так, я сейчас картофель складываю в литровую банку. Баночку я добавила чуть-чуть, совсем капельку воды. Сюда добавила чуть-чуть подсолнечного масла. Картофель я нарезала, добавила специи, посолила и добавила укроп. Теперь я беру зубчик чеснока, выжимаю лимон, добавляю чайную ложку специй с солью. Ну а теперь можно добавить и майонез. Все тщательно перемешиваю. Так, и этой адской смесью намазываю курицу. Вот так, друзья, я посадила верхом на лошадь. В емкость я наливаю воду и отправляю в духовку при температуре 200 градусов на 1,5 часа. Вот, друзья, румяная сочная курочка на коне у меня готова. Из нее прям льется сок. До такой степени сочная и вкусная. Вы, наверное, скажете о том, что постоянно во всех видео я почти всегда кладу лимон. Да, сейчас во время пандемии мы очень много едим лимоном. Ну и все. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Ну и всего хорошего. Будьте здоровы!